Есть шанс от Путина услышать что-то новое, и каким, по вашему мнению, будет его последнее слово? Ну, последнее слово будет зависеть от того, как он будет помирать, да? Мы же понимаем, что если его подключат к компрессору, то, наверное, он будет сильно раздуваться, но он будет продолжать утверждать, что это расширяется НАТО, поскольку он плохо ориентируется в пространстве. Наиболее логичным было бы предположение, что это будет КЭХЕ, да? Либо что-нибудь еще из этого набора бинго, который он усвоил. Он ведь, у него шарманка, которую он крутит и которая не может ничего нового вам предложить. Может быть, что-то новое он мог бы сказать, если бы он запустил свою речь задом наперед, или все то же самое, что он произнес на послании Федеральному собранию, он мог бы вот сказать задом наперед. Тогда, возможно, в этом была бы какая-нибудь новость, но вообще ему лучше зашить рот.